какому поводу вас задержали? Вы знаете? Да, я знаю. Скажите, пожалуйста. Я разбила ступу, и я не знаю, как это сооружение называется. Я просто видела, что там есть Будда, что это стоит возле моей деревни. Какая деревня? Деревня Сухая. Примерно где-то, наверное, километр полтора. Ну, она как, отдельно стоящая или на чем-то участке? Я не знаю, она стоит, по-моему, отдельно стоящая, ограждена. И... Нету, спасибо, конечно. И претензии по вере? То... Буддистам. Там просто статуэтка стояла в Будде, и все. Ага, и дальше что с этой статуэткой? Ничего, я разбила стекло, вытащила статуэтку и убрала ее оттуда. Куда? Вниз, на землю. Вы ее скинули? Да, я ее скинула. Угу. Я просто ударила несколько раз, кувалда тяжелая, 6 килограмм, конечно, я нанесла повреждения. То есть откололись, да, там какие-то? По всей видимости, да, откололась там. Я нанесла повреждения, это так. То есть вы признаете, да, что вы повреждены? Я признаю полностью, я признаю, что я нанесла повреждения, что я разбила это стекло. Я вытащила оттуда, там стоял Будда, да, вытащила. Я хочу просто обратиться ко всем людям. Я прошу прощения у тех, кого я оскорбила своими действиями.